В Ереване проходит митинг с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Митинг, организованный около 20 оппозиционными армянскими партиями, стартовал на площади республики напротив здания правительства Армении. 22 декабря оппозиция объявила днем крупномасштабных акций, а также общенациональной забастовки. За 2,5 года он дошел до того, что людям уже противно произносить имя Никол, сказал представитель партии Дашнак Цюцюн Гегам Манюкян, присутствующий на площади. Он призвал изменить призыв оппозиции и вместо «Армения без Никола» скандировать «Армения без него». «Это имя раздражает людей», — отметил Манюкян. Оппозиция уверена, что глава правительства должен уйти, так как предал национальные интересы и подписал позорное заявление по Карабаху. Никола!